в нерехту с веломанией тайными тропами. Часто я вписываю сторонние покатухи, обычно сам организую. Но когда вписываешься, в этом есть тоже своя прелесть. Никаких забот, расслабляйся себе. А если покатушка от веломании, значит будет тусовочно и лайтово. Ха! Упс. Да ладно. Юники здесь тоже не в качестве орка. Он же не станет в этот раз говорить: «Я тут знаю интересную дорогу без машин по лесам и болотам». Наконец-то городской асфальт закончился. Если до этого была просто транспортировка тела на веле в пространстве, то сейчас понеслось наслаждение. В лесу произошел забавный инцидент. Я вырвался вперед, чтобы снять на видео, как едет наша велоколонна. Или велотолпа. Несколько горячих велоголов решили, что им предлагают состязание на скорость, и ломанули за мной, что есть силы в квадрицепсах. В итоге их-то я как раз и не успел заснять. Пока фотик настраивал, они пронеслись мимо, а остальные подъехали и попозировали мне в движении. Ну вот, калории потрачены, надо бы их перекусить. Ну, так, слегка. Энджел, который понял, в чем дело, откровенно веселился. Антон Жохов даже спросил меня: «Ларс, а у нас тут точно не гонка какая-то?» Такие покатушки, где много народу, да еще и девушки есть, ярко выявляют типажи катальцев. Опытные прожженные велобайкеры просто наслаждаются покатушкой по полной. Неуверенные в себе начинающие напряженно держатся весь маршрут, чтобы не отстать от всех. А уверенные начинающие жаждут доказать, что неопытные и вообще-то и лоси. Из этого в том числе и складывается тусовочная атмосфера. Такой довольно-таки дальний покатушки. До Бурмакина снова асфальт, но не напряжный. Автотрафик маленький. В Бурмакина есть сетевой продуктовый магаз. А это значит что? Правильно! Надо бы и перекусить. Thank you.
Крутим дальше. В деревне Урманец Некрасовского района Ярославской области мы повернули в урочище Гремячиха. Гремячиха в мечи, дабы искупать утомленные пропыленные тела в святом источнике великомученицы Проскевы Пятницы. По преданию, однажды случился в этих местах ураган, во время которого одна из молний ударила в землю, и из места, куда она попала, стал бить родник. Место считается труднодоступным, потому что местность лесная, на границе Некрасовского района Ярославской области и Нерехтского района Костромской области. Доехать на машине до него можно только в сухую погоду. Деревянная часовня над почитаемым источником на месте явления образа Проскевы Пятницы. Она приписана к церкви в Рождестве. В советские годы ее сломали. В конце 2000-х построили новую, четверогранную деревянную входную часовню с высокими выщипцовыми завершениями фасадов. Рядом со святым источником есть поклонный крест, деревянная часовня и купальня. Вода источника считается целительной и чудодейственной. Может, поэтому у нас и проснулся аппетит. И мы, наконец-то, хорошенько пообедали. Ну, я так думаю. Таких вообще первый раз вижу. Но это не мухи, это какие-то... Two things.
еще один довольно живописный водный объект. Cuando llega la noche, miro las estrellas. Mi pequeña estrellita de plata. Вот, даже искупаться можно. Маршрут, что и говорить. Разнообразные ландшафты, погода играет от несколько пасмурной к совершенно солнечной. Ну и как же без поломки с пути? Ну тут не страшно, специалистов много, ща все починим. Que viajan por el universo, que me regalan un hermoso paisaje cuando llega la noche. Poder contemplar ese gran mar que está lleno de luz, ilusión y esperanza. Me invitan a ese viaje. Ese es un viaje para volar con ustedes por el cielo. Es cuando ahí te encuentro, mi pequeña estrellita de plata. Mi pequeña estrellita de plata. Еще один красивый объект. Водопад близ Сахарежа. Рукотворный, но от того не менее интересный.
Гоэна. Так тут тоже святой, да? В нерехте у нас был еще один мощный перекус. Как полдник по времени, но как обед по объему. Большая часть участников покатушки осталась на экскурсию по нерехте, чтобы вечером заброситься обратно в Ярик на электроне. А меньшая часть послушалась Юники, который сказал: «Я знаю тут одну интересную дорогу из машин». Дорога впрямь приятная, за исключением небольшого отрезка с зубодробительным рейдером. Тут уж тонкоколесники взвыли. Ничего, выжили же в итоге. Чистый летний вечер вел нас по дороге домой. Мы крутили умиротворенные пейзажами, счастливые, чувствуя себя уставшими физически, но переполненными, возвышенными духовными энергиями. Это было славное приключение.